С вами Антон Чалей и инопланетяне, или как их еще называют, зеленые человечки. Большинство людей теряются в догадках, существуют ли они на самом деле. Но каждый день появляются новые очевидцы НЛО и инопланетных существ. А сколько много фильмов было отснято про пришельцев? Совпадение? Не думаю. Но их было действительно очень и очень много. Если подумать, что вселенная бесконечна, то где-то тоже могла зародиться разумная жизнь. Но почему же тогда они не могут вступить с нами открыто в контакт? Наверное, инопланетяне думают, что мы очень примитивные существа и очень глупые, и мы недостойны контакта с ними. Как правильно какать? Ну нахер. Отец. Так как пришельцы — это что-то очень мистическое и загадочное, я решил с этим связать свои трюки. У меня в руках есть обычный зеленый маркер и лопаточка мудрости. Как вы думаете, почему до сих пор наша планета не захвачена пришельцами? Я сейчас расскажу. Первыми они высаживают разведчиков. С каждым мгновением они удваиваются. Дальше идут агрессивные, вооруженные пришельцы. Их тоже становится больше. И у них, кстати, есть еще большие клевые пистолеты. Лазерные. Но кто-то должен это контролировать. Это пришельцы-начальники. Они очень много командуют и ничего не делают. И у каждого начальника инопланетян есть свой начальник. Но в какой-то момент они полностью исчезают. Это замечают все люди Земли. Как вы думаете, почему они исчезают? Они исчезают, чтобы в какой-то момент привести с собой целую колонну собратьев. Но достаточно появиться двум сотрудникам, двум людям, двум супер особенным людям. Это Малдору и Скали из секретных материалов. Они работают в ЦРУ. И они постепенно внедряются в логово инопланетян и уничтожают всех пришельцев и полностью зачищают следы. Остальная часть инопланетян обращается в бегство. Теперь вы знаете, как сохраняется баланс сил. Ваши комментарии с прошлых выпусков. Тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд. Их там очень много. Тут вы можете подписаться на канал и не пропускать новые видео, которые выходят 2 раза в неделю. Если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк или написать какой-нибудь комментарий, чтобы он, кстати, сюда попал. Всем пока!